Ты его включаешь, чтобы был хорошо.
всплылась память, я тоже. Нет, LinkedIn, красота России в Татарстане, храбрый, Life Journal, Джулия Моралес, $1,000, пока не спал. Какой имейл поставить? Если что, мы тебя туда перебросим. Может быть, .ru отправить? Такое бывает. Вы, может быть, скиньте мне смс-ку на номер? Леша отправили с такого e-mail. Тогда я вряд ли потеряю. Телефон все приходит. По мне это не спит. Видимо, это второй день в городе. Я без формы не узнал. Всем привет, всех праздников. Спасибо, что пришли. Я честно не ожидал, что вы придете. Воскресенье с утром, праздник. После вчерашнего. Мы сбежали вчера чуть больше. Надеюсь, что неправда. Я верил. Окей, всех с праздником. Сегодня мы продолжаем. Что мы делали вчера с вами? Вчера мы с вами познакомились. У нас было сразу несколько секций. Мы, конечно, не уложились в график, не уложились в наше расписание. Но планы, как известно, никогда не сбываются. На практике, по-моему, казалось гораздо лучше, чем мы планировали, чем программа составлялась и прочее. Сегодня многие вещи, которые не успели вчера, мы обязательно верстаем. Но сегодняшний день – это не сколько предложение каких-либо методов, практик, историй с нашей стороны, а гораздо больше рассказов с вашей стороны про истории будущего, про то, что вы сейчас делаете или захотите сделать чуть позже, может быть, прямо сейчас. Иначе говоря, вы сегодня будете, сегодня день посвящен тому, чтобы вы презентовались и рассказывали про свои идеи, про свои проекты, если хотите, про свои стартапы, если вы масштабируемые, и про свои потребности. Это сегодня крайне обязательно. Поскольку любой питч, любая презентация, когда вы выступаете, должна следовать какой-то цели. Задумайтесь об этом еще раз, пока мы будем представлять экспертов, говорить про нашу программу на сегодняшний день. Зачем вы хотите выступить? Здорово об этом не намекнуть, а прямо заявить. Нам нужны деньги, нам нужен совет, нам нужна компетенция, нам нужны люди, нам нужна идея, нам нужен домой. Что-нибудь подобное. Как можно четче это сформулировать? Как пройдет сегодняшний день? Не слишком быстро говорю, когда уже воскресенье? Нормально. Пойдет. Окей. Сегодняшний день. Мы начинаем с того, что расскажем про наших новых гостей, про
5-6 человек, которые присутствуют здесь, предпринимателей, экспертов, которые с удовольствием вас послушают и посвятят вам сегодня как минимум полдня. Может быть и больше, если задержатся, или вы их задержите своими идеями. После чего идет первая серия ваших презентаций, рассказов про то, кто вы, что вы хотите, что вы делаете. Далее мы покажем вам небольшую практику шести шляп Эдварда де Бона, для того, чтобы вы смогли еще раз внутри команды и с экспертами позадавать им правильные вопросы. Что у вас хорошо, что у вас плохо, к чему вы дальше стремитесь. Это будет совсем коротко, в течение получаса, однако даст вам правильное направление работы для общения с экспертами. Далее, до обеда и весь обед, если вы держите этих ребят, вы сможете разговаривать с ними один на один. Ваша команда, один эксперт, следующий. Каждый раз получит персональную консультацию, разговор, рекомендацию или, может быть, какое-нибудь предложение. После вкусного обеда, у нас будет секция «Тренды» и «Практики поиска». Практики поиска информации, поиски аналогов. Там мы с вами вновь поработаем, вы посмотрите странные, удивительные вещи, которые вас обязательно зацепят. И далее нас ждет финальная презентация, ваша презентация того, что вы хотите, того, что вновь вы делаете. Будем считать, что это небольшой экзамен или презентация перед инвестором. К этому вас постепенно подготовим в течение обеда. Займутся эксперты, я, Дима, может быть кто-нибудь еще. В конце вас ожидают как минимум два приза от Business Incubator Impulse и от компании Launch Gurus, которые я сегодня представляю. Призы вам понравятся. Они направлены как раз на то, чтобы сделать ваши стартапы, ваши компании лучше, выгоднее, немножко быстрее. А сейчас мы начнем с представления наших новых гостей, которых мы очень ждали. Так, мы хотели представить наших гостей сегодня. Это, опять же, Алексей, который с нами вчера ездил, был, и Дмитрий. Хотел вам дать еще новые эксперты, которые к нам присоединились, к каждому слову. Сергей Николаевич Рузайкин. Сергей, всем добрый день. Я отличный парень. Хороший человек. Эксперт в области... Во всех областях. Занимаюсь бизнесом давно и безнадежно. Наверное, что-то об этом знаю. Какой опыт есть, готов поделиться без проблем. Человек закончил школу MBA. Ну, что только не заканчивал, где только не учился. Главное, чтобы помогал по жизни. Играет в футбол, да, хорошо. Так что, если есть вопросы по футболу, обращайтесь. Да, с этого можно начать. Спасибо. Светлана Гущин. Доброе утро. Немножко. Зовут меня Светлан. Понятнее звучало мое имя. Часто путаю. Я занимаюсь довольно давно тоже предпринимательской деятельностью. Сфера моя – это маркетинговые коммуникации, услуги в этой сфере. На сегодняшний день я большую часть времени посвящаю Ассоциации разработчиков программного обеспечения SECON. Может быть, слышали о ней. И сегодня я здесь представляю, поскольку в сферу наших интересов входит поддержка программистов, разработчиков, в том числе и технологичных стартапов. И сегодня я с удовольствием готов вам помочь в этом. И, может быть, ассоциация в дальнейшем окажет какую-то вам поддержку. Так что обращайтесь. Спасибо. Спасибо. Тимур Сулюков. Немножечко себе. Меня зовут Тимур. В прошлом период руководил заведением. Но как бы выбрал другой путь. То есть сейчас я занимаюсь последние два года стартапами. Один из них — это мое внимание. Ему было посвящено год-полтора. Вот. Его как бы история, ну, скажем так, полууспешная. Сейчас проект немножко свернут. И сейчас я занимаюсь совсем другим проектом, который называется Growme. То есть мои компетенции лежат именно вот в области, наверное, стартапов, как это все происходит внутри на самом деле, именно стартапов онлайн. Плюс ко всему, на уровне вот такого профессионального полухобби занимаюсь фаблабом, или по-русски это СМИТ, Центр молодежного инновационного творчества, в котором там сконцентрированы современные оборудования, вот ребят производят. Вот из этой серии вам что-то рассказать. Современные, на которых можно делать прототипы, обрабатывать, ну, практически любые материалы. Ну, это весело. Все, спасибо. Ну, еще один эксперт у нас остался, Михаил Покорян. Михаил Барбов.
коротко, меня зовут Михаил. Ну а дальше, как бы, я являюсь работником бизнес-инкубатора, я читаю курсы по экономике и бизнес-планированию. Как бы в этой области, если вопросы есть, можете обращаться. Все. Спасибо. Ну, еще раз. Дима, какие хотите? Не все слышали, потому что да, на самом деле. У меня порядка 17 лет, работаю, опыт работы в крупных компаниях, причем в областях маркетинга, реорганизации компаний, оптимизации производств, разработки стратегии, запуска новых компаний и так далее, запуск новых продуктов. Это как консалтинговая компания, очень крупная, как Эрнст & Янг, так и компании производителей оборудования, например, Кисимис Нетворкс. Вот, соответственно, в этом сосредоточена экспертиза, но, тем не менее, последние полтора года я занимаюсь рядом своих проектов, своих стартапов. Вот, несколько из них работают и более-менее успешно. Над некоторыми продолжаем работать и, надеюсь, в ближайшие годы вы о них услышите из многих источников. Поэтому, соответственно, я могу делиться экспертизой, как опыт работы на сегменте B2B, то, что называется, с крупными корпоративными заказчиками, особенно в области IT, медиа, телеком сектора, так и с точки зрения вопросов управления бизнесом и сам главный стартап. Последние полтора года на своей шкуре испытал очень много забавных историй. Очень надеемся, что будем пользоваться вашими продуктами в ближайшее время. Ну, я тоже. Алексей, ну, может быть, еще не все слышали. Я вот, честно говоря, не помню, вы представлялись, когда мы уже разошлись. Ну, когда мы уже разошлись, и не все, может быть, слышали. А, о тебе. Без проблем, я могу еще раз поговорить. 6 часов. Мои компетенции — это диджитал коммуникации или реклама. Это IT-разработка, различные аналитики и преподавание. Это маркетинг и бизнес-модели. О чем мы говорим с вами. Чем могу быть полезен? Наверное, большим количеством контактов, которые сам не успеваю охватить. Поэтому давайте поговорим сегодня более целево, чтобы у каждого из вас остался какой-то e-mail, человек или какой-то customer-сегмент, сегмент ваших клиентов, о которых вы говорили вчера, с конкретной фамилией, вы можете обратиться после этих выходных. Давайте поработаем. Давайте начнем. Окей. Да, всем спасибо. Прежде чем вы начнете, попробуйте сфокусироваться на двух задачах, которые вы сейчас поступаете. Задача номер один – это обязательно сформулируйте в начале, в конце, хоть просто выйти и скажите, что вам нужно. Приходится решить какую-то конкретную потребность. Обратитесь конкретно к людям. Нам нужна компетенция по IT, по бизнес-планированию, почему-то еще. Закрепите это в своем месседже, в своем сообщении. И второе – попробуйте быть... Рубка, будьте готовы. Ребят, будьте готовы, и вы будьте готовы к тому, чтобы показать на самом деле, как вы выступаете, и не стесняйтесь. Я вам покажу очень короткий пример, как это делают два ведущих, в прошлом ведущих гендиректора крупных компаний. Не стесняйтесь, посмотрите. И поверьте в себя. А звук? Нет. Начните, пожалуйста, еще раз. Да. Ролик со звуком. Да. Да. А со звуком? Проблема. Нажмите паузу, пожалуйста. О, сейчас пойдет. Вот здесь буквально минуту направил помощник. На пульте поищи там где-то за. A few years ago, I felt like I was stuck. So I decided to follow in the foot.
Так они синенькие или красненькие пакетик используют? Вот тот. По-моему, перемешал. А, перемешал. Микс. Презентация, с которой они выходили и периодически повторяли ее. Правда, чувак, который прыгал в белой рубашке, не всегда так повторял. Но тем не менее, они не стеснялись это делать, поскольку это их было сутью. Это было правильное настроение. Они показывали себя и тем самым защищали свои компании. Люди видели, во что они верят. Попробуйте вы раскрепоститься и выступать. Но если не так же, то, по крайней мере, как делаете вы. Удачи. Что вы предпочитаете, не знаю. Достаточно, я сейчас только буду кричать. Выключайте, да. Итак, кто у нас сегодня выступает? Тишина. Один, два, три, четыре, пять. Ребят, поднимите все одновременно и высоко, чтобы было видно. Да, спасибо. Один, два, держать. Мы вдвоем? Да. Тогда одну руку. Сергей, да. Два раза. Один, два. 3, 4, 5, 6. 6 команд. Отлично. Кто у нас будет первый? Кто наберет? А мы плюсом. Артем у нас готов. Как вы хотите, просто Алексей. То, о чем вы хотите сегодня обсудить с экспертами, с остальными вещами, ребятами. Короче, кто будет первый? Давайте. Без проблем. Дима, сколько у нас будет времени? 6 команд. Аскар, ты так, на слова. Презентация есть? Нет. Все, понял. 3 минуты презентации и 5 минут на главные вопросы. Пожалуйста, расскажите за 3 минуты четко, громко, кто вы, что вы делаете, от кого ориентируетесь и что вам надо. Меня зовут Аскар, я представляю существующую в Заречном ветеринарную клинику и сеть зоомагазинов. Моя цель здесь получить знания и навыки, которые хотел бы конкретно получить знания и навыки по маркетингу и продвижению. То есть как поднять сегмент своих клиентов, как их привлечь, как увеличить число новых покупателей и сохранить количество постоянных покупателей. Здесь для того, чтобы моя цель здесь для того, чтобы совместно с командой, с экспертами, с профессионалами разобраться в этой теме и как-то понять какие-то, ну, как я сказал, получить знания и навыки, и в то же время, чтобы в этой среде как-то сгенерировать какие-то новые мысли, новые идеи, которые помогут мне в дальнейшем. Это все? Да. Хорошо, давайте вопросы. Да, конечно. У вас сеть? Одна ветеринарная клиника, 3 зоомагазина. На территории Заречного? Территория города Заречного.
клиенты все жители Заречного или какая-то зона? Все жители города Заречного. Просто доступность такая близкая. Да? Для всех. Ну, просто в Заречном не особо. Заречный маленький город, здесь все центр, поэтому, в принципе, я вот, считаю так, что вот ветеринарная клиника это доступно для всего города Заречного, а зоомагазинов 3 как раз потому, что если ветеринарная клиника обращается не так часто, то можно доехать, то зоомагазин хотят поближе, поэтому их 3. А как давно она открыта? Больше года. Сколько сейчас клиентов постоянно в базе? Вас не уйдет с такой черт, нет? 60 тысяч примерно. Магазин ветеринарных клиник на Ленина 55, Дубрава, торговый центр на Ленина 20 и торговый центр СССР. Этажи какие? Первый, третий. Торговый центр Дубрава вообще не кажется. А проблема в чем? Есть проблема с доходностью? Ну, как в любом предприятии, какой зарабатывает больше денег, а чтобы зарабатывать больше денег, один из рычагов, увеличение количества. Рядом есть конкуренты? Есть. А сколько близко? А сколько близко? Вот если рядом с клиникой, это метров 100, наверное, магазин аквариум. И в остальных, в принципе, есть... Погодите, вы говорите, клиника там, где лечит магазин? Там Чернарная где клиника, она одна в Заречном. Ваша? Да, не поясню вопрос. Она одна, единственная в Заречном, да. Ну, в общем-то... А есть какие-то муниципальные клиники? В городе конкретно нету. Есть за городом, буквально вот за проходной 200 метров, это городская государственная станция борьбы с болезнями животных. И есть ветеринарные клиники в городе Пенза. Потенциально все клиники Пенза являются нашими конкурентами. Потому что особенно как раз для жителей Заречного цифра такова, что многим жителям Заречного, и мне в том числе, проще решить свою потребность какую-то в продукте или услуге, доехать в Пензу. Да, но у многих, например, я вот лечу конкретно своего ребенка, да я лечу, я даже не рассматриваю залечить, как правило, не рассматриваю залечить. Ребенка или животное? Я на примере говорю. Нет. Вот. Это одно и то же. Специфика, что человеку надо купить одежду. Залечить на выбор маленький, и это покупать в Пензу. Это другое. Я смысл просто поясню, что мне надо вылечить своего ребенка. Я считаю, что большинство жителей считает, что в Пензе эксперты лучше. Едут лечить ребенка то же самое по животным примерно. Хорошо. Что многие по считают, что магазин конкуренции рядом есть? Есть. Насколько далеко? Ну, относительно близко, в радиусе там метров 500, наверное. А есть в городе вообще какая-то такая сформированная естественным образом локация вот этих зоомагазинов, где их много? Улица зоомагазина находится. Есть? Все, не все разбросаны, как работают. Хватало лечения, выходило. А вы ошибаетесь? Да. Так, насколько хорошо вы знаете рынок клиник, зоомагазинов, Пензы и других городов вокруг? Ну, да, все знаю. А сколько они больше вас? Больше в каком смысле? В обороте, наверное. Может быть, в объеме. Размер сети и количество. Да, размер сети, да. Спасибо. Ну, смотрите, в городе Заречном практически один конкурент, это сеть-магазинов «Аквариум». Представлены у них больше 10 магазинов, они есть и в Пензе, и в Заречном. Очень сильная сеть, каждый из магазинов, который больше, товар потенциально больше, узнаваемость больше, и обороты, и доходность выше. Хорошо, а есть у вас какая-то сильная черта, которую вы считаете своей уникальной чертой, то есть дело лучше этих ребят, а может быть совсем небольшая? У нас сеть меньше, она более такая подвижная, и мы как бы стараемся держать ассортимент шире, какие-то позиции, которых нет у аквариума, мы мониторим цены, делаем цены ниже, и мы работаем с персоналом, чтобы выбирать персонал таким, чтобы было любящие животных, а более общительные с покупателями, как бы на обслуживание ставимся. А есть понимание, какой товар именно у вас покупают чаще всего? Попугай чем-то. 300 рублей. Есть как бы вот основная позиция это корма и наполнители, которые у нас есть. Но у нас, вы заметили, что у нас большой ассортимент по аксессуарам.
которых наценка выше, наценка больше, да, мы стараемся кушать ассортимент этим людям. Можно сказать, что у вас более импульсные покупки из них заречных совершается в сравнении с покупками, которые в Пензе происходят, когда человек там по делам, по работе, курит, заодно зашел, получил для животного, запланировал. А здесь вот так вот что-то слово стукнуть, такое экстраординарное случилось, и к вам. Или все-таки покупают тоже здесь стабильно? Ну, как правило, покупки не импульсные, а запланированные. Ну, на самом деле, вы не учитываете еще одного конкурента, это Пес и Кот. Тоже это старая зареченская небольшая сеть. Да, мне кажется, у вас есть одно сильное преимущество, вы должны его развивать. Это клиника. Единственная зареченная. Ее очень долго не было, и очень многие на этот счет высказывали недовольство, что нет зареченной. И на самом деле, в Пензу для всех удобно ездить. Если у меня есть машина, я там с дачным человеком, да, если у меня есть проблемы, то я с больным животным вообще поеду, если для этого проблемы. Если вы наведете учет нормально своих клиентов, вы наведете учет работы вашего бизнеса, я не знаю, есть ли он или нет, да, потому что здесь надо увязать эти вещи. И хорошая клиентская база стабильная, я думаю, что она ее не сложно сделать, пока вы один, пока одна клиника зачем. И это будет ваше сильное преимущество. И тогда и аптеки ваши подвержутся клинике. Ваша первая голова у вас клиника, как мне кажется. Да. А оттуда уже, то есть, продвигается ваши точки. Пес-и-кот, я знаю. Пес-и-кот, я просто сказал, что практически они про это парят, потому что Пес-и-кот остался один магазин, но брали как раз, мы его купили. А, вы его купили себе, да, это наш магазин. А в околице? В околице остался один магазин. Ну, а коль все-таки он как-то с края будет? Согласен, да, мертвый. Это уже чем-то своем совсем. Спасибо за комментарий. Это была хорошая презентация, где много времени осталось на вопросы. Наверное, хотелось бы чуть больше конкретики. Например, как вы называетесь? Калибри? Об этом не знаю. Это вы сегодня придумали? Процесс называемый, мы еще как бы вот оно. Вот, с этого начните. Мы его не довели до. Мы сами себя назвали так. Доводите. Вот покупатели. А вопрос к залу. Кто живет в Заречном? У кого есть домашние животные? Вы конечно слышали про эту клинику? Да, я там лечу кожу. Я не слышала. Я удивлена. Очень. Скорее всего, надо с ним поговорить и начинайте с этого. И, наверное, короткий вопрос, чтобы вас могли найти прямо сейчас. У вас есть сайт, представительство в интернете, группа ВКонтакте. Визитки есть, контакт нету. Если в поисковике забить, когда вам книгу разобрать. А диспансеризация животных проводится, нет? Диспансеризация? Да. Профилактические осмотры ежегодные. У нас самих клиники. Если у всех жителей Заречного предложить проводить профилактические животные осмотры животных. Хорошая песня. А лучше два раза в год. Чем? Если вы залечили, или вы понимаете, что кошка прожила уже свои 20 лет, но она просто уже прожила свою жизнь. Сохраните ее. Ну да. Предлагайте туда делать чучело. А кладбище домашних животных? Нет, тема. Действительно, есть такая проблема. Любая клиника в крупном городе не всегда есть одна из услуг. Это вот кремация. Ну не свой, а как правило он один на город, потому что ну такой затратный проект. Городишки 500 тысяч. Не знаю, может обслуживание. Ну дорого. Я просто знаю, что я конкретно по цифрам не знаю. Я интересовался, блин, как ну... Достаточно дорогое мероприятие, и они есть в крупных городах, есть. Вот, в небольших городах, где Заречье, надо посчитать, конечно, вот я, да, недавно. Очень может быть. Да. Закончилось время, спасибо. Спасибо. Как вы первый уже дойдет, нас объявит Дима Кирсанов, буквально после всех ваших презентаций, и со шлям. Верно? Верно. И да, подставил тебя. Кто у нас следующий? Вот у нас следующий. У вас 3 минуты презентации, 2 на вопросы. Да не надо ролик. Покажите, покажите. Минуты. Он длинный. Сколько?
заморозили, да? Ладно, значит, без ролика. Да. Смысл проекта в том, что мы делаем интернет-канал прямых трансляций спортивных соревнований не самого высокого уровня, хотя получается так, что иногда и зацепляем высокий уровень. Хотелось бы получить советы, рекомендации в плане того, как этот канал действительно развить. Переключает у меня? Вот, да, руки я сложу, чтобы что-то. Сколько кнопок? А куда нажимать? На стрелочку. Да. То есть мы пытаемся охватить те соревнования, которые не освещают центральные спортивные каналы, такие как «Бокс», «Россия-2», «Спорт», да, остаются без внимания, хотя также есть участники, у которых есть свои болельщики, участвуют дети, у которых есть родители, и которые не всегда приезжают без соревнований, чтобы поговорить своих детей лично. Соответственно, мы даем ему возможность все это дело увидеть из дома, с работы, через телефон, планшет, любой компьютер. Вот. Кроме того, мы решаем проблему обязательств различных клубов. Например, у ВХЛ есть такая тема, что спортивные клубы, спортивные команды, хоккейные, они должны обеспечивать трансляцию по требованию клуба. Да? То есть мы как бы делаем это. Нажимается, надо же. Вот. На сегодняшний день мы работаем над созданием более такого юзабельного сайта, потому что тот, который есть сейчас, он создавался немножко для других целей, из него уже вырос проект. Вот. То есть сайт должен предоставлять социальные трансляции, архивы тех вещей, которые уже происходили, ну, там, какой-то альбом мероприятий. Да? Значит, планируем зарабатывать размещение баннерной рекламы, показ роликов, которые перед просмотром, платные просмотры высокого качества. Как это делают, например, та же «Россия-2». Вот. Ну, собственно, вот здесь они наши конкуренты, да. Те виды спорта, которые мы охватываем на сегодняшний день, это, естественно, лидером является спортбок, потому что они охватывают практически все направления. Есть еще такой портал «Спортвизор», тоже охватывает достаточно много, но и наш немецкий коллега Марк, который занимается исключительно художественной гимнастикой, мы с ним очень плотно в этом плане конкурируем, потому что он оттянул всю Европу. Ну, вот, собственно, мы, я ваш покорный слуга, Игорь наш немножко сломанный сегодня, к нам прячется сзади, да? Мы можем вам помахать. Алексей и Мария, которая, собственно, является менеджером проекта. Все здесь. Единственное, сейчас мы ищем еще толкового айтишника, который помог бы нам сделать нормальный сайт, хорошо, качественно работает. Поэтому, если есть в зале таковые, можно пообщаться. Собственно, все, спасибо. Судим. Спасибо. Стоп, 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 стоп. Итак, теперь вопросы. Я думаю, будет много, а потом уложится 2 минуты. Алёш, 5 минут вопрос, 5 минут. Что? 5 минут вопрос. 5 минут вопрос. Потом уложится 5 минут вопрос. Как вы думаете, организованная техника съемок? Если куча мероприятий в стране, как вам сдаваться все снимать? Ну, на сегодняшний день у нас есть две бригады с двумя комплектами оборудования, и мы можем одновременно позвонить две трассы. У нас во вторник одна команда уезжает в Москву, то есть со среды мы начинаем, с четверга мы начинаем чемпионат России по фитнес-аэробике, а со вторника вторая команда остается в Пензе и показывает чемпионат России по художественной гимнастике. Откуда родилась вообще эта идея? Идея родилась от наших коллег из Федерации черлидинга, которые подсказали эту идею. Так давно делают европейцы. То есть достаточно долго. То есть россияне хотят смотреть текст-трансляцию. Ну, у вас есть ребята? Нет. Нет. Когда будет, вы хотите смотреть за спортивным успехом, вы хотите с ну, то есть это реально потребность есть такая? Да. Скажи по статистику, когда все будет понятно. Международный уровень порядка 50 тысяч просмотров в день, а российские где-то 20-30 тысяч. Группа ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники, уже с видео есть? Да. Смотрят, заходят, смотрят? Нет, там архивы лежат, смотрят, да, Маша? Смотрят. Потому что, вы говорите, вам нужно создать сайт, а на этапе стартапа вам обязательно делать сайт. Можете начать с самой простой площадки. С
соцсети, там создавать группу, выкладывать видео, смотреть график посещаемости, туда уже можно выкладывать. Мы говорим о выкладывании туда архивов, потому что нам нужно людей привязывать, я считаю. А именно времени сайт. Конечно, у нас же лайф идет. В принципе, сейчас мы с вами здесь общаемся, на основании все это бизнес-инкубатор. На YouTube можно с помощью хэнгаута делать трансляции бесплатно. И уже сразу тоже... У YouTube есть одно очень хорошее ограничение. Это авторство на музыкальное оформление. Как только диджей пускает звук в эфир, какую-то паузу, бросает микрофон. Да, есть такая, там есть ограничение, звуком можно разговаривать по теме. Кроме того, опять же, YouTube-трансляции практически не показываются в Европе. То есть это только территория России. А, например, гран-при по художке вы смотрите. Хорошо. Спасибо. Какие у вас еще услуги есть? Мы занимаемся фото-видеосъемкой различных мероприятий. То есть у нас такой многогранный, да, бизнес. То есть начиная от съемки, там, скажем так, свадьбы детей, каких-то постановочных фотосессий, видеоролики мы производим, делаем прямые трансляции. Да, можем вам предложить какие-то, да, домашние. Еще мы сейчас новое направление открываем, дайвинга, в том числе. Там тоже есть животные. Там тоже есть животные. Вот. И у меня, кстати, к вам был вопрос, но не успели. Да, очень интересную услугу хотелось бы получить. Это обслуживание аквариума. Есть такое? Я не понял, проблема в чем? В том, чтобы сайт сделать, или есть вопрос, да, проблема? Проблема? Можно я вот этой штукой воспользуюсь? Да. Я просто... Есть что рисовать? Есть. Все изрисовали, да? Там внизу маркер. Там маркер, ладно. Это на доске. Что? Найти был. Бескочек. Вот, значит, у нас, в принципе, три... звена в нашей цепи, которые один вытекает из другого. То есть у нас есть зрители, да? Видно, да, не мелко? Да, да, да. Вот, то есть чем больше у нас зрителей, тем, соответственно, мы становимся более интересным для рекламодателей. Да. Правильно, да? Да. Чем больше... Да. Чем больше у нас рекламодателей, соответственно, мы получаем больше денег, мы можем обеспечить большее количество трансляций, то есть соревнований, да? Соответственно, чем больше у нас трансляций, тем больше у нас зрителей. Соответственно, нам нужно помочь каким-то образом раскрутить эту спираль. Вот, соответственно, хотелось бы каких-то советов. Ну, это мое. Сейчас есть поступление? Сейчас есть. Сейчас у нас есть дружественные нам федерации российские, да, спортивной гимнастики, художественной гимнастики, фитнес, аэробики, черлидинг. Они заказывают трансляции. Да, они, ну, идут нам на встречи, не заказывают эти трансляции для популяризации своего спорта. Но это капля в море. Саша, амбиции. А ваш проект уже окупает? Он пока еще очень мал. Но хотелось бы его развить, потому что у нас эпизодический трансляции. А хотелось бы напомнить. Хочется покупать больше. Покупать больше, да, да, да. Хорошо, тогда спасибо за комментарии. Кто запомнил, как они называются? Меня. Как вас? Меня зовут Артем Шапай. Молодец. Окей, вы уже гораздо лучше начинайте с названия. Смотрите, прошлая компания не сказала, их сложно найти, ведь их можно найти. Ребят, у них уже есть какой-то такой сайт, и прочее, и прочее. Там вот было, да. Маленькое пожелание по всем следующим выступающим. Говорите о своих потребностях чуть более четко, и лучше, чтобы это было не как предложение в чем-то поучаствовать. То есть мы ищем какого-то партнера по сайту, на что мы ищем деньги. Вот этих нам надо партнеров. Как вариант. Да. То есть говорить об этом. Если вам нужны деньги, тоже не стесняйтесь об этом сказать. То есть, если мы получаем деньги от рекламы, мы, соответственно, увеличим количество трансляций, у нас будет куча зрителей, и наши рекламодатели будут от этого более удовлетворены. Спасибо, удачи, светлого будущего. Итак, следующий. Да. Давайте. Давайте. Давай. Давай. Да.
Это не то. Вы готовы? Это не та презентация. Какая? То есть вы не готовы? Меня зовут Сергей. Я расскажу о том, как мы хотим представлять услугу организации беспроводной корпоративной самоорганизующей сети. Мы знаем, что у проводных сетей есть ряд существенных недостатков, и самый главный из них – это то, что прокладка сети несет затраты. И при повреждении сети требуется ее либо замена, либо ремонт. Также на настройку сети уходит очень много времени. Например, проложить сеть в каких-то условиях со сложным рельефом местности – это сложная задача. И если нужна сеть, допустим, в чрезвычайных ситуациях для того, чтобы обменять данные, вот, то тоже проводные сети здесь проигрывают. И еще один минус – это то, что есть какая-то привязка к конкретному месту. То есть это либо конкретный стационарный компьютер, либо в пределах роутера, который дает возможность привязаться, но также вот сам привязан к интернету. Мы предлагаем возможность создать сеть на основе устройств, которые мы разрабатываем. Они обеспечивают высокую способность данных, они взаимодействуют между собой, то есть не являются конкретно только точкой доступа. Вот. Могут использоваться как беспроводные подключения к сети, так и проводные средства. И возможно подключать к нашему устройству другие устройства, например, другой. Вот. Основная особенность этой сети в том, что она при включении настраивается сама. И в случае, если одно из устройств выпадает, допустим, из-за неполадок, она реорганизуется и продолжает функционировать сама сеть. Вот. Особое внимание уделялось работе устройств между собой, чтобы можно было охватить большую территорию покрытия. Вот. Оно занимает до 5 километров. Сеть может использоваться как стационарно, допустим, предприятие с определенной структурой, занимающей большой площади, так и в движении, если устанавливается на движущуюся платформу. Обеспечение беспроводного питания над этим думали для того, чтобы сделать устройство, саму сеть более независимыми от энергопотребления. Вот. Возможность использовать беспроводную сеть как средство корпоративной мультимедийной связи. Если использовать дополнительное программное обеспечение, которое мы разрабатываем, можно совершать видео, аудио, вызовы, передавать текстовые сообщения без использования интернета, а только Skype. И устройства. Мы можем включать разные устройства, сигнализации, различные камеры, какие-то блоки управления светом, дверьми и многое другое. Получать с них информацию дистанционно с этих устройств, допустим, состояние каких-либо датчиков, камер видеонаблюдения, и управлять им. Также можно подключать детектор движения и звука. Доступ к сети получаем с любого современного устройства, то есть это Wi-Fi подключение, и планируем сделать так, чтобы можно было получить доступ из всей территории, которая охватывает сети. К основным потребителям мы относим крупные предприятия с распределенной структурой, охватывающей большие площади, крупные административные центры, предприятия, которые арендуют офисы на небольшой срок, которому не выгодно саму сеть организовывать, а затем съезжать из здания. И оперативные группы МЧС или военные, которым нужно поддерживать связь в движении. Вот. У них сейчас внедряют, по-моему, как я слышал, планшеты для военных, которые должны закупать. Но проект сейчас находится на стадии разработки, планируем завершить его в ноябре. Частичную поддержку оказывает бизнес-инкубатор, но нам хватает средств для того, чтобы построить прототип и опробовать все конкретно уже в деле. На это требуется, например, порядка 150-200 тысяч для того, чтобы протестировать. Чего? Тысяч? Рублей. Вот. В основном это все. Спасибо. Время вопроса ставки. Нам, да, средства для того, чтобы уже конкретно эту сеть опробовать. Сейчас программное обеспечение для нее как бы разрабатывается, и мы хотим построить сеть хотя бы из нескольких устройств и протестировать ее. Если вы понадобитесь каких-то недостатков, чтобы они могли доработать, и конкретно это уже... А потенциально сколько дешевле, дороже, аналогично? Вот конкретно по ценам нет. Но то, что нет еще таких сетей, которые смогли бы объединять и включение между собой, то есть чтобы устройства сами могли настраиваться,
И то же самое, что включение различных устройств, то есть дистанционное управление общих как бы, сетей, таких, которые все это объединяют, мы нашли. А по цене конкретно пока нет. Ну, вопрос есть. Смотрите, у нас вот, как я говорил, там три зоомагазина находятся в радиусе 5 километров. Для того, чтобы сделать 1С, чтобы во всех магазинах было, чтобы происходило обновление. То есть я думал, это сделать путем, чтобы везде был интернет, могу ли я сделать с помощью вашего устройства, и будет ли это выгоднее, чем подключить интернет к нашему точке продаж. Смотрите, вы можете, да, вы можете воспользоваться нашими услугами, они всегда будут для вас, ну, допустим, ваши магазины, конечно, небольшие, там будет сеть внутри магазинов, мы сможем их объединить между собой. Это будет сеть, независимо от интернета. И плюс, если подключить интернет, как во всех сетях, хотя бы к одному из ваших. Выгоднее это будет, чем поставить визитный интернет? Это зависит от области покрытия, потому что конкретно... 5 километров? Ну, вот если 5 километров, где-то, допустим, придется поставить 3 устройства на 3 ваших магазина. Сколько? 10%? Нет, диапазон. 1000, 200, 100. Сергей, скажите, вот у нас как бы стоит такая задача, да, с трансляцией. Хотелось бы уйти от проводов и передавать видеосигнал, то есть напрямую с камеры. Какая пропускная способность у... С технической точки зрения у нас Петр. Он удачный. Он команде. Да, здесь все зависит, по-моему, от тех, Wi-Fi модуль, который мы будем использовать. Если вам, предположим, нужно обеспечить скорость передачи данных до 300 Гц, то это прямо это базовое. SDI интерфейс, он 3 гигабита подразумевает. Гигабиты, значит, нужно... Ну, здесь надо вкладываться, потому что 3 гигабита, конечно. Потому что тема интересная, для нас она как бы очень актуальна. Самый, как бы, самый плюс то, что это можно сделать все в движении. Как раз для вас очень важно, то, что на машине поставить. Не, машину не надо. То есть вот у нас есть, например, там вот стоит компьютер, да, с которого идет трансляция, да, и он должен сканер, соответственно, получать картинку в реальном времени. Возможно такую вещь сделать? Да, возможно. Давайте делаем. Это сделать несколько каналов, да, в принципе, можно. Было бы очень интересно, потому что у нас эти провода уже замучены. Проблема всего мира. Я понял, что сами устройства не ждают голландские устройства такие до Wi-Fi. А для собой они такой технологии соединяют, что для частоты отслеживают значительно делать. Вот насчет соединения между собой мы хотели доработать для того, чтобы увеличить расстояние. Вот. И нам сказали, что вроде как-то... Можно изинтировать? Ответить на вопрос. То есть вас интересует больше вопрос, как они между собой общаются, да? Что с технологией, самое главное, с точки зрения ограниченного диапазона частот в нашей стране и диапазона частот необходимо связи. Дело в том, что у нас есть несколько решений, которые мы используем само Wi-Fi. Это выход. Но мы знаем, что Wi-Fi частота 3-4, примерно радиус 10, где-то 800. Для того, чтобы увеличить, то есть более смешно. Да, чтобы мы используем на данный момент как бы три решения. Ну, мы сейчас про два только расскажем, потому что про третий он разрабатывается пока только. Да, они все разработки. Первый момент — это то, что используется специальный антенна. Среди антенны, которые позволяют вполне сигнальность выбить антенну. На тесте даже там был бы мы зарабатываем конвертер частоты, то есть мы как бы ставим на выход из Wi-Fi еще конвертер частоты, который при отложении 2400 на 800 там или открытый, который нужен на данный момент. 2400, но есть открытый как раз диапазон, который мы сейчас точно не помним, у него можно понизить, и положим до одного канала, то есть один канал. И для этого мы сами конвертер частоты. И тем самым вычисляем. То есть как бы понижаем частоту, тем самым вычисляем. Но там начинается поскольку чуть-чуть. Понятно. Второй вопрос. Вы говорите, если это висит, это армия, а чем это лучше нации, которая сейчас проводится? А тем, что здесь как бы шикарно. То есть здесь как бы и видео есть, и передача звука, та же самая передача данных. Затем можно поставить камеры, и мы планируем поставить на библиотеку движения. Ну, как знаете, как
например, пункты слежения что-то. У нас заканчивается время. Мы немножко перевысили его. Подойдите, пожалуйста, ко мне. Есть аналогичная компания города Рязань. Они передают подобный сигнал с помощью лазера. А с помощью радиочастот часто невозможно, поскольку Рязань надо их лицензировать. Их продажи в России небольшие, они работают с Мегафоном, так и работают с Сингапуром в основном. И с Сирией. Вот там военные это покупают. Потрясающе. Ребят, еще одна компания, они Сколовский резидент, они недавно получили грант в Рогозинском фонде, как раз под военные продукты, они делают специально. Поговорим. Так, отлично, спасибо. Кто у нас следующий? Четвертая команда. Портфолио картин. Наша самая творческая команда. Добрый день, меня зовут Екатерина. Я представляю интернет-магазин картин, художник Галина Петенко. Мы занимаемся продажей созданием картин. Также занимаемся росписью стен. Мы работаем на заказ и по всей России. Мы ориентируемся на людей, которые хотят купить картину, оформить свой интерьер. Также возможно сотрудничество с компаниями, которые хотят оформить свой интерьер. С компаниями, которые занимаются разработкой графики игр и возможные иллюстрации для каких-либо произведений. Фильмы это или книги или что-то еще. Наша цель на данный момент получить какие-либо рекомендации по увеличению продаж, по увеличению потока клиентов, также возможно сотрудничество. Спасибо. Да, если есть часть вашей команды, представьте мне. Галина Петенко. Вопросы? Положите очень быстро. Вопросы к художнику. А вот я вижу, что это все нарисовано на полостатке и так далее, а вот со правой слайды. Ну, это не кино. Вы интересуете? Кстати, нет, сейчас как раз я в фотошопе Ролдро программу какую-нибудь не работаю, а 3D-иллюстратор у меня в планах сейчас включил. Корал здесь не поможет. Корал нет, да. Это все ручная работа. Не, я понимаю, но... А в цифре я хочу попытаться дальше учиться и работать. Нет, просто интересно. Правый рыбник, понимаете, правый рыбник, да, это прекрасно, это модно. Но то, что художник рисует именно руками, Я понимаю, но просто я услышал, что возможно использовать в играх, да, но это невозможно использовать в играх. В играх это нет. Данной работы в играх нет. То есть вы хотите научиться рисовать и стать рисовательным иллюстратором, взглядом, если это что-то проект? Может быть, в будущем, может, возможно. Как одна из нишек таких. В основном, вот, моя ниша, это мне нравится. А какая категория контингент сейчас у вас заказывает? И картины, и росписи? Вы знаете, на протяжении многих лет я этим занимаюсь. Это частные лица? Частные лица. Как они у вас находят? Через интернет или... Не только.
выставки. У меня проходило несколько выставок в музее, литературный музей, дом искусств. Еще. Да. Из вас что является продажником? Я продажник. Ну, как бы, мы это сейчас пока не знаем. Мы работаем вместе. Ваша команда зачем? Да. То есть вы как непосредственно производитель продукта, да. И в том числе еще участвуете в маркетинге. Ну, считаю, что Катерина занимается сайтами, да. А на сайте как вы это проводили? У нас была рекламная кампания «Яркий свет». Контекстная реклама. Да. Но она не очень пошла. Сколько вы бюджет потрачен на рекламу? Да. А, собираемся сейчас приобретать домен, который будет уже по имени художника. Прям вот уже ближайший день. Если есть киберсмотры, то давайте. Да. Я верю в домен. Сейчас как бы с компьютером сидит, опасайтесь себя. Случайно увидел, зацепил, понравился, купил. Это возможно. Также, если, допустим, вы хотите заказать что-то, вот у вас там в голове какой-то образ, или вы там хотите лошадку, или еще что-то, вы нам заходите, говорите, что вы хотите, а мы уже... А почему я именно вам должен прийти? Как я вас найду? Как вот это все быстро? Образ, например, если я знаю человека, мне очень ему нравится или что-то, я могу просто его изобразить абсолютно в другом виде, как бы. Ну, стиль фэнтези, он сейчас очень популярный. Как я чувствую этого человека? А если есть здесь сегодня, то можно понять. Первое, если какие-то выставки, то же здесь вы потом уезжаете. Второе, если у вас заказчики. Получилась у меня вот такая ситуация. Предположим, знакомые уже в Германии, уходят с места работы подарок, покупают, оттуда заказ. Уезжают в Китай. Нет такого процента, не могу сказать. Порой 3 месяца ничего, вдруг несколько заказов подряд. То на стену, то на вывоз картин, то участие вот выставка была в Болгарии. Ну, как понимаете, вот по-разному. А вы хотите вообще заниматься продажей? Может быть, вам стоит найти какую-то компанию, которая организует продажи, и значительно лучше можете все презентовать, а просто картину фигачить? Ну, я не могу. Создавать. Не могу. Пока то, что есть, вот, хотелось бы сделать, очень хотелось бы, кстати. Это для реализации собственных, так сказать, творческих. Но помимо этого, конечно, хотелось бы продажи. Мы только за, чтобы у нас увеличились продажи. Но мы как бы хотим ориентироваться в то, что мы делаем это как бы сами, то есть свое дело. Почему? Ну, чтобы реализовать как продажи. Возможно. Спасибо. Время. Например, творческие команды, которые вполне можно построить с продажами. Рекомендации интересные, подумайте об этом.
Вполне возможно, правда, сфокусироваться только на исполнении, а не на продаже. Хотя, может быть, и... Но если есть человек, который хочет прокачать, то нет. Они друг друга нашли. Ну, просто кажется... Думаю, да. Итак, следующий. Пятая команда. Как вы называетесь? Постом. Сейчас я все. Включить продаж пока. Она у тебя автоматически листает? С первого слайда включить. Да, да. С самого начала. Вот, да. Ну, пробуй, работает 5. 35 она приспособлена. Автоматически. Приветствую вас, коллеги. Меня зовут Михаил. В ближайшие 5 минут я постараюсь вам рассказать про проект, которым в составе группы из 3 человек занимаюсь с 2011 года. Этот проект связан с разработкой нового вида приборов, которые максимально точно определяют артериальное давление. Актуальные системы. Не, Михаил, не будет так. Скажи, просто перелистывай. Следующий слайд, да. Актуальная тема, в первую очередь, связана с тем, что, к сожалению, большому сожалению, с каждым годом увеличивается число заболеваний, связанных с гипертензией, то есть превышение артериального давления. К 2025 году в мире, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, количество этих людей достигнет полутора миллиарда человек. На данный момент касательно атеросклероза уже количество превысило 1,5 миллиарда, и в большинстве симптом, то есть атеросклероз протекает без симптомов. Плюс ко всему механические устройства определения артериального давления требуют наличия измеряющего специальных навыков. Затем автоматические устройства, которые представлены на рынке, они в принципе не умеют точно определять артериальное давление, то есть из-за, так скажем, использования в них определенных алгоритмов. Здесь на данном слайде представлены современные методы, то есть крайний левый – это инвазивный, самый как бы, сложный способ, им пользуются врачи, он носит крайне ограниченный характер. Но он признан самым точным. Правая картинка – это так называемый аускультативный метод, то есть все механические тонометры. То есть он признан как бы эталоном, ему доверяют все врачи. Далее нижний – это осциллометрический, то есть все автоматические тонометры. Здесь существует противоречие, заключающееся в том, что врачи в большинстве своем признают только лишь метод Короткова, то есть это все механические тонометры. И механические признаны эталоном при проверке, то есть при сертификации всех автоматических. Производители предпочитают реализовывать исключительно автоматические, то есть основанные на специальных алгоритмах. То есть все производители занимаются этим с 70-х годов и буквально заточены, так сказать, на концепцию касательно алгоритмов. То есть с каждым годом совершенствуют алгоритмы, но не меняют эту концепцию. Нужно сказать, что в концепции автоматических устройств существует большой, самый главный недостаток. То есть, используя специальные алгоритмы, они не точно определяют артериальное давление путем того, что эти алгоритмы заточены только лишь на, ну, образ говоря, на нахождение максимального среднего значения. А крайние точки, то есть, собственно, значение давления, они находятся с помощью поставления специальных коэффициентов в алгоритме. То есть, если вы приобретете, скажем, там 5 разных устройств от разных фирм и попробуете замерить давление, вы получите 5 разных значений. Только лишь из-за того, что у каждой компании свои собственные алгоритмы. Предлагаемое решение
В первую очередь, вместо воздуха в манжете мы используем жидкость. То есть это помогает нам напрямую определить артериальное давление, то есть найти крайние точки. Затем в манжете используются две камеры. То есть также один из способов. Затем при известном расстоянии, то есть между камерами, мы можем определять скорость пульсовой волны. То есть это главный параметр при определении степеней атеросклероза. Затем главный эффект заключается в том, что здесь реализуется метод, схожий с прямым методом. То есть мы не используем алгоритмы, мы напрямую находим артериальное давление, то есть без этих алгоритмов, то есть путем фиксирования главного сигнала. То есть вот здесь мы можем наблюдать начало, вот точка А. Затем он находит максимальное значение, это также принадлежит точке. И затем конечная пункт, это точка, то есть точка АБА, да, диастолическая, то есть нижняя граница давления. Конкретное преимущество этого метода заключается в том, что у нас появилась возможность максимально точно определить артериальное давление, то есть схожим с прямым методом, то есть включая это, включая, то есть удобство автоматических устройств. Плюс у нас расширяются функциональные возможности, связано с тем, что мы можем определять параметры гемодинамики. То есть, а это, собственно, поможет нам определить степень атеросклероза у человека. На данный момент разработаны определенный модельный ряд. То есть, левая картинка говорит о том, что показывает полуавтоматическое устройство. То есть оно уже полностью готово. Да. И справа здесь разработан макетный образец, то есть это уже на базе ВМ, то есть это поможет нам доработать именно автоматически. Здесь про рынок, то есть если все финал. Да. Финальное слово. Просто необходим ваш, так скажем, критический отзыв об этом проекте. То есть на данный момент у нас есть определенное финансирование, то есть есть средства на дальнейшую разработку. На данном этапе мы дорабатываем эти устройства в областной больнице. Просто мне нужен отзыв аудитории, то есть на чем сфокусировать основное внимание при презентации. Я понимаю, что времени хватило и очень плохо выступать последним. То есть, предпоследним. Предпоследним, да. Еще хуже. Да. Плохо выступать, ребята. Выступать хорошо. С текущими бытовыми тонами. Цена, вот по поводу цены, спасибо за вопрос, она абсолютно не определена, потому что нет, просто смотрите, здесь ситуация в чем. Пока мы не говорим о выходе на производство, на данный момент, то есть в рамках определенной программы, наша цель это подготовить именно макетный образец, который будет полностью готов к дальнейшему производству. То есть касательно цены, могу вам так сказать, то есть те комплектующие, то есть вся внутренняя начинка, которая используется сейчас, грубо скажем, она сделана на коленке, но все комплектующие это элементы, так скажем, отверточной угловой сборки. То есть, а что-то типа фонда Бортника вы общались? Мы как раз таки сотрудничаем. Сейчас мы 2 года участвовали по программе старта, и сейчас вот 14-й год вышли, то есть умник, и на 14-й год вышли по программе старта. Финансировали, то есть у вас вот эти программы? Да. Денег у вас достаточно, потому что на данный момент, да. У вас какое образование? Медицинское? Да, то есть в 2013 году закончил. Команде чем занимаетесь? В команде. Продвижение этого проекта, то есть, так скажем, ментор. Плюс в нашей команде 3 человека. Вы технолог. Фактически, да. С медицинским работой. Скажу определенно, сама тема, то есть использование вида манжет у нас возникла. В составе группы, когда я еще учился на четвертом курсе, у нас до сих пор есть такой предмет, так называется, медицинские приборы и оборудование. То есть на этом предмете мы изучаем, то есть свойства, признаки. Вот представьте, что вы сейчас специально там скажите, вы вообще клиент все-таки кого видите? Массовый рынок или медицинские учреждения, врачи? Мы все-таки настроены на массовый, но для того, чтобы затащить его, так скажем, под массовый. Сначала, наверное, через врачей это все должно пройти. Абсолютно. То, апробация. А потом уже. Да, но на данный момент проведено 270 ёб, но исключительно в рамках, допустим, Пензенской областной и 6-й городской Пензенской больницы.
но все это проводится с участием врачей. Приборов, которые разрешены здраво. Согласен, конечно, все вместе. Приборы, они должны, точнее, обязаны пройти определенную сертификацию, то есть Роспотребнадзор, то есть через определенные стадии, так скажем, верификации. Ну, не лет 5, все зависит от активности участников группы и собственно, от желания, что будет здесь. Аналоги на рынке есть? Вот именно, вот скажу так, эта технология аналогов, этой технологии в принципе нет. Она, конечно, сейчас запатентована, но запатентована как полезная модель, а не как на изобретение. Потому что сейчас пока есть определенный момент, если мы будем патентовать как изобретение, то как бы, у нас пока определенные ограничения в этом есть. Пока как сейчас, да, вот в апреле, да, мы подали заявку, и в апреле, в конце апреля должны, в принципе, нас принять Минпромторг, но там посмотрим, как дальше пойдет. Просто я понимаю, что как бы, ну, здесь существует очень много неоднозначных даже здесь. То есть, на данный момент там собственно сырой проект с продуктом. Да, то есть, ну, мне просто в любом случае как важно быть, да, то есть, чтобы получить ну, как можно больше критических отзывов и потом в дальнейшем сосредоточиться. Крайний вопрос, если когда я прихожу в аптеку как привитель, да, когда этот продукт лежит на полке, допустим, по одной цене с существующими аналогами. Когда я спрошу аптеку, да, что он его спрашивает? Спасибо за вопрос, да, я понял. Конечно, это связано с большой проблемой, потому что в сознании людей существует такая парадигма о том, что все автоматически, да, которые... Не объясняйте фразу, какую мне скажешь, чтобы я купил этот прибор. Здесь точность эталонного метода с удобством автоматического. Не купил еще этот? Вы своей бабушке пытались вот это сказать? Пытался, она разумала. Как она после этого? Ну, проверяли, честно, она была только. Ну, вопрос другой. Вам приходит потребитель, мне надо сказать 2-3 понятных слова, он сделал предпочтение вашего продукта. Пока слова понятны, мы по отдельности. Да. Удобно и точно, да? Самый точный. Самый точный, да. Просто я понимаю ваш вопрос, он как бы. Я вас перебью еще раз. Да нет, да. У меня две семьи, у которых есть второй момент. Значит, ситуация такая. Как только начинают сажать батарейки, результаты бегают. Вот плюс-минус километр. Определить, какое лекарство пить человеку невозможно. Это вам просто. И по вашей презентации. Когда вы выходите, ставьте определенные цели. То есть вы разбейте вывод своего прибора на какие-то этапы. Когда вы выходите к аудитории, вот вы к этому этапу эту аудиторию подводите. Сейчас вы хотите и вывести, и продать, и прочее. У вас сейчас должен быть определенный этап развития, на который вы должны вывести свой прибор. Вы должны поставить какую-то промежуточную цель. Я полагаю, вот это сможете разобрать, или давайте беседим. У вас за один раз один замер производится. За один раз? Да, ведь все равно же ставится диагноз на основе 3 замеров. Нет, это абсолютно не подвох. Дело в том, что это абсолютно не подвох. Три замера касательно существующих автоматических. Потому что, естественно, они не признаются врачами, и погрешность этих устройств минимум от 10 до 30%. То есть три замера минимум вам нужно сделать, используя автоматически. С нашим один единственный раз. Потому что он повторяет абсолютно точный как бы, метод. Ну, схожий с прямым, то есть коротко, то есть механически. Я знаю, с прямым тоже делают три замера, потому что сейчас зависит от состояния человека. Коллеги, обсудите три замера, два замера, чуть позже, пожалуйста. Все, еще есть вопросы? Нет, есть такое, не знаю, будут заражения. Второй. Вот мысль какая? А может быть на животных? Не надо мерить давление животных.
Форма тоже нужна. Давление. Да нет, здесь дело А все равно прикольно. Наверняка все равно надо его. Просто потому что пока как бы все хозяйство проходит, это нужно животных. Там могут смотрите, существует как бы определенная степень гипертензии, то есть малая, медленная, средняя, тяжелая. Погрешность в 10 единиц, я думаю, она не существенна. Это как раз таки существенно, это как раз таки и разница между степенью. То есть вы фактически не можете определить, какое там вам средство пить. И, допустим, помогает вам или... Если человек с давлением 200 верхнее, то там 210 или 190... Это... Человек с давлением 200 всегда лежит в палате амбулаторного лечения, и ему используют инвазивный метод. Ну, то вот, есть... какая разница, 130 или 120? Нет, это и есть разница. У меня пониженное давление, плюс-минус 10, оно уже играет. Там бывают разницы. Тоже есть гипертоники, кто зайдет, достаточно яростно следит. Спасибо большое. Благодарю вас. Следующий. Как это называть? По-русски? Надеюсь, все правильно. Нет, я тоже так слышу. Вы уже начали? Звонить и отправлять смс, вовсе нет. Мы повседневно их используем в различных направлениях, и они помогают нам во многих различных ситуациях. Давайте представим следующее. Мы попали в крупный торговый развлекательный центр, где куча народа, куча различных отделов, кинотеатр, закусочные и так далее. А вдруг мы вовсе там не были? И поэтому мы предлагаем следующее решение, которое называется инфаркт. Что же оно нам даст? Оно позволит нам легко пройтись по зданию, нигде не заблудившись. То есть навигация. Также получение информации о нужном нам отделе, даже офлайн. Мы, например, прошли в магазин, посмотрели, но не определили, что мы хотим выбрать. Пришли домой, посмотрели. Все-таки я хочу это взять, я вернусь и куплю это завтра. Информировать о проведении различных акций и скидок. Мало кто знает, когда проходят какие-либо акции, просто зайдя в отдел, увидел скидку, ох, надо взять. Поэтому можно получить вовремя информацию и зайти купить, если что-то ты уже хотел, планировал. Также внутренняя система поощрений. Для тех, кто часто ходит по магазинам, выполнение различных квестов, что позволит привлечь людей к данному приложению. Это приложение можно использовать не только для крупных торговых центров, но и также для каких-либо предприятий внутри, что позволит просто получать информацию среди работников. Спасибо за внимание. Так, вопросы. Такой маленький 2GIS для ограниченных просторов тоже прошло. Но 2GIS у нас только это будет навигация, это будет и прочее. Не только информация. Но... Да, карты, нет, сейчас очень... люди заинтересованы в данном приложении, не многие делают эти приложения, но только если это в городах, вообще здесь не у нас. И эти приложения ставятся очень охотно за счет того, что там устроено внутреннее поощрение.
Но что если ты пройдешь, выполнишь квест какой-то, найдешь QR-код где-то, и тебе раз, тебе скидку на что-то дали. Или зашел ты в пиццерию, оп, там бесплатная пицца тебе за это за что-то. Также есть, ну, это дает престиж для любого торгового центра. Потому что, ну, предположим. Вы пробовали с кем-то из торговых центров уже разговаривать, ну, хотя бы на бумаге. Пока мы делаем лишь заинтересован в ПГУ, мы делаем все это внутри вуза. Навигация по корпусам, а информацию представления, ну, новостей и так далее. Для пробации технологий. А как вообще продукт ориентирован на торговые центры? Ну да, просто пока заинтересовались нами в ПГУ, и мы пока это делаем. Мы хотим немного закончить, уже вот скоро мы планируем закончить и уже идти разговаривать с людьми. Для этого, как бы, ну, все разработчики всегда хотят инвестиций, и, конечно же, хотелось бы привлечение клиентов, внимания к вашему данному продукту. Это локальный принцип, то есть торговый центр принцип? Ну, пока да, но всегда надо планировать шире. Так что не рассчитывай на бензин, на что-то больше. Вот насчет квестов вопрос просто. Мне кажется, обычно покупатель торгового центра, как вот люди с доставкой, то просто состоятельно уже. Например, внутри все продали. Но нет, а многих квестов нет. Знаете, есть люди, которые сидят в Инстаграме, в Фосквер, постоянно. Есть вот такие люди, и далеко, и они не молодые. Есть. Недавно вот как бы такой же проект, ну не такой же, даже похожий проект встречал, его описание. Вот они, знаете, откуда вообще пришли к тому, точно того, о чем говорить, они создают 3D-объекты вот таких больших зданий, такого центра. И как бы создавали навигацию в основном для пожарного исчезнет, да, когда происходит что-то, там есть и вся навигация прокладывается вокруг. И вот они как что же такое, что предлагают для торгового центра, примерно такой же есть. И вопрос, откуда они пришли, вот, смотрели из карт, существует вот торговый центр, знаете, вы будете по-новому это отрисовывать? Есть план, знаете. По поводу этого есть много решений, мы просто совсем еще с этим не определились, но, скорее всего, это будет решаться именно с тем, сколько готов заплатить заказчик и какое решение для него будет более выгодно. Потому что когда есть модель, ну, да, это понятно, так, как сделать. Вам придется все по-новому, ну, с нуля, если придется. Да. Но есть, кстати, готовые библиотеки, которые... мы были в Москве, нам рассказывали о том, что существуют такие разработки, где можно просто пойти по зданию, оно автоматически будет строить его карту, и после этого... Да, там запускают камеры, которые есть. Но пока это все только реализовано на Android, на iPhone это вот тоже не планируется. Они должны выпустить данный продукт, по-моему, к концу лета, что ли, то ли летом, где-то так. Как вы считаете, какой основной потребности торгового центра вы закроете этим продуктом? Если будет, например, приложение, то... Во-первых, информирует. Вот как вот я вот обычный пользователь, который. Торговый центр, какая вот представляете себе, на чем они зарабатывают деньги? На. Чем это может им помочь? Ну, если владелец торгового центра, то что это аренда. Вот эти вот все помещения. Но все, кто находится там, им будет выгодно то, что они будут знать больше, будут вовремя узнавать. Если появляются скидки, то они заинтересованы, чтобы люди приходили. А это будет их информировать и наталкивать на то, что прийти и купи. То есть, ну, правильно я понимаю, что основная потребность — это привлечь больше трафика в торговый центр. И за счет этого будет больше арендаторов, потом будет расти арендная ставка на эти площади. Соответственно, тот ваш потребитель, владелец торгового центра, будет заинтересован в вашем продукте. Вы это все понимаете, вы вот себе как воронку продаж прорисовали. Потому что у нас в Пензе, например, довольно мало торговых центров, которые, ну скажем так, вот самые крупные, у них и так нормально все с арендой, у них очень много. А вот, допустим, есть торговые центры единичные, которые работают на условиях процента от продаж их резидентов. Как это правильно называется? Арендаторов, да. И вот им очень важно, или в первую очередь, чтобы трафик был, который можно потом конвертировать в покупателей. И вот если вот с этой позиции к ним придете начать разговор, то может что-то получится. Но вообще не факт. Наш принцип. Просто я уже
принципе, интересовался. Есть вообще достаточно много решений. Можно даже взять это решение и немного расширить. Все владельцы магазинов, еще чего-либо, они заинтересованы, ну, везде нужна статистика. Нужно знать, кто зашел, кто купил. Ваш клиент будет уже арендатор, конкретный бутик, магазин, а не торговый центр. Это да, но... Нет, это вот разные целевые аудитории, с которыми по-разному надо работать. Ну да, но это я имею в виду еще как вариант, например, использования его. Но так вообще мы рассчитываем на B2B, уже с тем, кто владельцы данного. Да, вот Степан прав, мне кажется, что арендодатель, ему все равно, на ваш вопрос. Вот это нужно арендатору. Да надо всех окучивать, арендодатель. Просто можно по-разному презентовать. Просто на самом деле, может быть, и покупатели за одну пайку. Как быстрее пройти к нужному товару? Если торговый центр, есть компания, которая у нас видит своими конечными клиентами в магазинах, большие центры, это много, так все забиты и так далее. Вот. Но договора многих в Москве прописано, что запрещено ставить какие-то системы учета в магазинах. Счетчики там говорят, так далее, я прочитал, что барашки. Потому что торговый центр продает большие свои цифры, что у нас проходимость 5 миллионов в месяц, полмиллиона в выходные, там, так далее, так далее. И все попытки ребят реализовать там, в европейском адреме, центр Москвы, да. Они не самые большие, но они очень живые, вот, дорогие центры. Их владельцы задней просто не дают зонт КПП. Верно, Дим, но там есть там вход онлайн, мы работаем, мы сейчас запускаем сейчас пилот с компанией Restore, является сервисом Apple в России. Они могут делать онлайн, то есть не держа это в магазине, не показывая людям, какая проходимость. Такую статистику снимать они могут. Не по проходимости я зашел. Пришел, а по проходимости зачекинился, поставил лайк и прочее. А приложение на это похоже. У меня короткий вопрос. Время закончилось, поэтому мы играем. Вы знаете конкурентов, таких как Wise Shopping, например? Альтергео. А? Альтергео. Да, про Wise слышал, а вот про второй нет. Смотрите, Гучкур это довольно крупная компания, встроенная. Про Wise вы слышали или смотрели? Я слышал. Смотрите. Дальше можно будет пообщаться, приходить к эксперту. Спасибо. Так, у нас 6 человек выступило. У нас еще одни есть. Еще будем. У нас 7 теперь. 7. Значит, мы зарегистрировали. Мы неожиданно. Добрый день, я зовут Антон. Это мой коллега Илья. Мы представляем сервис покупки и продажи недвижимости с 3D-визуализацией, то есть 3D-визуализацией будущего жилья. Это сервис называется «Жилмар», то есть это даст возможность риэлторам, например, ну, это в первую очередь, это эффективно продать свою недвижимость, потому что мы знаем такую проблему, в общем, общаемся с ребятами, которые занимаются, то, что то есть, приходится ну, на данный момент изощряться, использовать там, свои копирайтерские всякие способности, там это живописный лес там вокруг это дома, который они продают и так далее, это чтобы продать. А этот сервис им предоставляется такой возможность, чтобы еще можно покупать недвижимость, то и погулять, покрутить ее, и тем самым предоставить конечному покупателю хорошую. Еще хочу сказать, что мы пришли сюда за тем, чтобы поинтересоваться вашим мнением, получить какой-то совет и профессиональный точку зрения. И о нашем проекте. На сервисе в целом мы, конечно, попробуем привлечь какие-то инвестиции именно на разработку проекта. То есть у нас есть как бы, команда, которая уже над этим работает, но вот именно 3D-визуализаторов нам как бы, не хватает. То есть на данный момент, как я сказал, существует как бы люди покупают недвижимость, на данный момент пользуются газетами, объявлениями в интернете, сайтами застройщиков. И кто не видит при. Когда заходят на сайт, они видят объявления, видят фотографии, в лучшем случае видят план квартир. Мы предлагаем решение проблемы, то есть, ну, как бы, так как мы рассматриваем этот проект с точки зрения стартапа, мы будем называть это проблемой. Мы предлагаем решение проблемы показать им недвижимость в 3D, чтобы они имели возможность прямо на сайте, в онлайне ее покрутить, повертеть, походить по ней и, возможно, сделать дизайн интерьера, подобрать мебель, плитку и так далее. То есть, что это даст покупателям детально представить квартиру, спланировать перепланированную, возможно сделать дизайн интерьера и прежде всего быстро представить ее формат еще до покупки.
перед тем, как они поедут, предусмотреть. Продавцам жилья это даст прежде всего. То есть, опять же, какие проблемы у продавцов жилья? Это отсутствует сервис, особенно касается вторичного рынка, то есть недостаточность предоставления информации. Не всегда известен формат квартиры. То есть человеку в любом случае нужно туда ехать. Понятно, но если он будет заранее знать формат квартиры, возможно, ему такая квартира вообще даже не нужна, в принципе, если его не устроить там что-то, какой-то формат, или комнаты с нишей, или смежные комнаты, или еще что-то. То есть, что в общем, стремление покупателя, это как бы не тратить время и найти жилье, которое удовлетворяет всем требованиям, заранее представить его формат этой квартиры. Стремление продавца продать квартиру, кто видит, в каком она есть. Причем это стремление как строительных компаний, у них, как правило, квартиры продаются без ремонта, это кирпичные стены, так и истребление обычных людей, которые продают недвижимость на вторичном рынке. Илья? И решение сервис Жанмат. То есть Жанмат мы предлагаем реализацию объектов недвижимости, то есть наглядное представление, вот этот раз показан, как это примерно выглядит. То есть вот эту квартиру можно покрутить, повертеть, масштабировать, приближать и так далее. Человек, допустим, это заходит на сайт, просто погружает план своей квартиры. И то есть мы посредством, допустим, фрилансеров, партнеров осуществляем уже как бы визуализацию, то есть его объявление в короткие сроки и по максимально низким ценам. То есть это, если мы опять берем каких-то подобные сервисы, то есть у них берется достаточно высокая плата за разработку вообще дизайна интерьера. Мы предлагаем символичную стоимость, то есть прежде всего. Сейчас мы на следующем слайде об этом расскажем. То есть в данный момент вот мы провели как бы небольшое исследование. Вот Илья опросил в Пензе несколько представителей вот этой индустрии, то есть риэлторов, обычных людей, кто покупает квартиры. И люди высказали положительную точку зрения, поэтому мы в данный момент продолжаем опрос. У нас еще в плане несколько строительных компаний, в том числе Зареченских. То есть выявлена положительная динамика, даже не так. Ну, как это работает, мы, в принципе, уже вкратце рассказали, то есть это возможность покупателя. Сервис делает обычно планы 3D-квартиры. Возможность определиться с выбором, подобрать материалы для будущего ремонта, сделать проектировку и так далее. Продавцам это даст возможность презентовать свою недвижимость, ту, которую они продают. То есть поможет им быстрее продать недвижимость. А партнерам это поможет заработать на товарах и услугах и разместить свою рекламу. То есть партнеры могут выступать дизайнеры, мебель, чьи магазин стоит, материалы, ремонтные компании, которые осуществляют ремонты. Ну и еще другие компании, которые бытовая техника, окна, потолки и так далее. То есть все, кто хотят принять участие. Каков размер рынка? По данным Росреестра, за 2013 год в России было зарегистрировано сделок купли-продажи именно жилых помещений порядка 13 миллионов сделок. Из них договоров участия в жилом строительстве порядка 613 тысяч и почти 1 300 000 квартир куплено было по ипотеке. В целом, да, ежегодно строится примерно 900 тысяч совершенно новых квартир в жилых помещениях. Хочу сказать сейчас просто коротко о конкурентах. То есть это самое основное, это Авито. То есть это по количеству посещений в месяц на сайте составляет 3 миллиона человек, на втором месте Визовый Групп, там чуть поменьше 300 тысяч. Но если даже мы представим, то, что мы хотя бы какую-то часть трафика заберем у Авито, то есть там рассыпанный персонал, то есть фактически, который они предоставляют сейчас, но не дают возможность как бы посмотреть эту всю квартиру, покрутить по ней, погулять, если мы хотя бы, не знаю, процентов 10 этого трафика перетянем, а мы знаем, как это делать, то есть на свой сервис, то нормально это пойдет. То есть мы работаем как и с фирмами, так и с обычными клиентами наших потребителей, то есть кто покупает, продает. Спасибо. Время. Вопросы? Сразу первый вопрос. Александр Николаевич Назаров. Нет? Не слышали. Мы анализируем, еще продолжаем. Александр Козлов. Такой человек известен, который делает классную вещь, вот то, что хотите сделать с полным интерактивом, потом сделать. Просто уже в Пензе эта тематика уже курсируется довольно давно, и с недвижимостью там много чего. У меня вопрос, на что-то пока ничего нет. Ну, а там момент, ну потому что вот каждый вот каждый думает, мастер, что, да, что-то там гениально. Вопрос такой, кто у вас клиент? Кто платит за это?
Они вам платят за это. Вы пишете, что каждый, кто заинтересован в покупке, платит, это платит за это, платит за это в первую очередь, это те, кто создает недвижимость. Сколько стоит ваша недвижимость? Это стоимость услуг за разное размещение, чисто символическая цена 100 рублей. А сделать это 3D-планировка? Кто делает это? 3D-планировка осуществляется там, это, в общем, с помощью программы это за 2, там, за 3 минуты. То есть просто забивается размер квартиры, эта квартира вырастает, потом это вставляется, ну, это есть уже готовое решение, готовый сервис. То есть это мы сейчас можем пока взаимодействовать. Слушайте, а что вы тогда парились? Сидите в эти площадки, Авито и так далее, и продавайтесь. Это в площадке. Спасибо, Саня. Да, в том числе визуализация, вы правильно сказали. Радикально неинтересно. Если квартира... у вас есть устройство, вы сняли вот это помещение, и я зашел в 3D, посмотрел его, это шикарно. Да, если вы мне 4 стенки рисовали, 8 окон, я не вижу. Если это новый застройщик, там кирпичные стены, там еще нет. Ну, вообще я не знаю. Но у нас параллельно заложен дизайн интерьера, и, соответственно... А к застройщикам вы уже ходили, предлагали это продукт? Ну, вот на данный момент... Потому что у нас Пензис и самый, насколько известно, продавец большой, это агентство ипотечного кредитования. У них есть госпродотчет, но они в том-то дело, что у них есть как бы их же дочка, Риан, компания, которая является аутсорсером большинства застройщиков, продажи им квартир. И они говорят, что они самое большое количество квартир от застройщиков продают. То есть они являются таким вот точкой входа застройщиков и выходом на тех, кто покупает. Потому что я так понимаю, что вторичка здесь очень, ну, сложно, слишком долго, слишком непонятно, долго объяснять человеку надо, что нужно сделать, за что кому заплатить. А вот застройщик, он готов, он строит дом, у него уже есть какая-то модель 3D-шная, вы ее сразу у него забираете, внедряете в свою систему, рисуете там стены и так далее, и у него на сайте реально такая вещь, по которой можно походить, побродить, поменять обойки и так далее. Вот Александр Козлов, кстати, этим занимается, у него есть проект готов. Только надо его монетизировать. Ну, вот мы сейчас как раз говорим про то же самое. То есть это в том числе. Спасибо за комментарий. Можно мой вопрос? Знаете этих ребят? То есть эти ребята, они занимаются онлайн визуализацией, дизайном интерьера. Да и квартиры тоже. Да, и квартиры смотрите. Они готовые решения делать, готовы пиарить. Да, согласен. Есть еще куча других сервисов, которые занимаются тем же самым. Они не занимаются эти лидеры. То есть они не выступают как доска объявлений. Да. А мы предлагаем их это... используют как доска объявлений. Их сервис берут, их виджеты ставят на подобные сайты. Так на том же Риан. То есть у них есть возможность поставить там. Мы заходили на сайт Риан, Циран и так далее, и нигде ничего подобного не видим. То есть, если там какая-то реклама, если там еще что, то возможно. Вот если не до конца проанализируем. Еще вопросы? В идеале мы хотим показать полностью, то есть и как бы это дом со стороны, и двор. Это вторая функция. Презентация этого нет, потому что она получится очень большой на самом деле. То есть это будет тизер, это будет видеоролик, так далее. Гораздо больше будет. Сколько будет слышно, что стоит стоимость декорации? Хочу продать квартиру. 100 рублей. Это если... Если вы видите фотографии подъезда, квартиры, подъезда, мы думаем по ценовой политике, но примерно, то есть если вы, допустим, поступаете в кошелек, то у вас, например, есть возможность там, получить там, доступ, например, на месяц, вы можете там, размещать фотографии или нет. Нет, раньше, конечно. Фотографии делают сами, продавцы выкладывают. Есть еще проблема, возражение, которое может столкнуться с риэлтором, что продать на месте клиенту проще, чем дистанционно. То есть задача риэлтора притащить на объект, в любом случае продать. Не в любом случае. Ну,
просто он сразу на этапе отсмотра может обраковать квартиру. А для них это бесплатно, то есть они за что не платят. Для те, кого? Кто, те, кто пользуются сервисом, те, кто покупает, те, кто интересуется. Грамотный риэлтор на месте купает эту квартиру, да, а я просто к вам даже не позвоню, потому что я посмотрю, да нет, не интересно. Это то же самое с машиной. Там все подряд размещают объявления. Зачем они там размещают? Чтобы повысить точки продаж. Они размещают их на Авито, в газетах, клеят на остановках и дают заодно на базар ПНЗ. Мало ли вдруг продастся. Для них просто это все равно бесплатно. Если квартира заведомо убитая или неинтересна по каким-то причинам, то делать такую штуку невыгодно. Выгодно у нас фотографии сбитой квартиры, а делать 3D-визуализацию, человек понял формат квартиры, оттуда видно. Вот я лично. Я к тому, что могут быть такие возражения риэлторов, и с этим надо принимать. А могут быть такие возражения, которые наоборот приведут. Вот и все. Мы лично сталкивались с проблемой, когда мы приехали на Братскую, была убитая квартира, и мы просто в шоке были все. То есть мы, если бы мы заранее знали, что там не смежные комнаты, и там она убитая по фотографии. Если человек просто не боится, что вот здесь может быть вот такой ремонт, это уже другая вещь. Но это другой проект. Антон, вас спрашивает, в социальных покупателей квартир, что им нужно, потому что я вспоминаю свой опыт, да, квартир. Мне, например, достаточно не 3D-модели, а именно плана хорошего. Чет не скан, БТИ, примерно половину еще не видно, да, а нормальный хороший рисованный план, чтобы я понимал, где здесь скажут ванну так отжимы, здесь я поставлю диван так отжимы и так далее. И просто информация про высоту толпов. Потому в принципе, ну, по цифре понятно, да? Что спрашивают, как бы большинство людей, конечно, не знакомы и не знакомы, говорят, что это был контор. То есть план, он ничего не дает на самом деле. А возможно, что противоположно приблизить и понять, сколько примерно это расстояние и так далее. Говорят, это было бы, по крайней мере, прикольно и нечто необычное. То есть сейчас этого нет, возможно, там кто-то этим занимается, ради бога, но этого пока нет в интернете. Мы, по крайней мере, не нашли. Поэтому. То есть это обычное объявление. Не придется ехать на объект, отрисовывать его, там, визуализировать, там, рисовать, вот это все. Нет, это другая модель. Это другая модель стереоскопии. Мы можем ее тоже реализовать. Это отсъем помещения, потом мы делаем перпендикулярную, и будет возможность крутить помещение изнутри. А мы предлагаем внешне. С современным смартфоном использовать сервис «Сфера». Вот вам и стереоскопия. Дома, квартира и любая коммерческая недвижимость. То есть те, кто покупает конечно, коммерческую недвижимость, они тоже заранее представляют, где находится объект. В идеале мы хотели сделать в дальнейшем прилежащую территорию тоже в 3D. Чтобы человек понял, где у него дорога, где прилежащая территория. Время. Давайте финальный вопрос. Спасибо. Предложение. Вот два финальных вопроса. А вот сейчас покажу. Просто идите на доске объявлений на базар, кому-то попробуйте продать за 100 рублей. Если вы продадите какому-нибудь человеку, да, вы это покупаете. На опрос там 10-5 сделок не нужно отвечать. Мне кажется, очень важно, чтобы сам ресурс был популярный. Потому что люди почему будут на Авито, почему так передать? Потому что все узнают, что они туда. Потому что они дали агрессивный маркетинг по Первому каналу. Нет, однозначно вам нужен партнер с площадкой. Первый сейчас базар ПНЗ, а потом уже. Это уже, наверное, рекомендация из серии «Пообщаемся один на один». Спасибо. И последний вопрос. Самый такой классный. Это очень интересно. Да. Один. Если не один, он не один. В общем, ситуация такая. Так, известная фраза. Мы русские не обманываем. Как вы будете гарантировать? Гарантировать что? То, что вы предоставили, достоверную информацию. На основе данных, предоставленных нам. Ника. А как сейчас это происходит? Ника. Вы тогда заложите это, чтобы материалы предоставлены этим. Первый же недостоверная информация, что создаст вам негативный эффект. Это любое сейчас взять это отделение, они тут ни при чем. Если дом построили там. План дает такой, а построить другой план. Нет, мнение редакции может не совпадать с мнением экономиста. Спасибо, ребят. Большое спасибо. Это было 7. Кто-нибудь еще? Все. Попробуйте. Вы вчера выступали. Это будет, наверное, заключительное свое выступление. Или есть еще желающие? Последний шанс. Окей, 8. Меня зовут Елена. Две минуты прекрасно.
Я хочу открыть в городе Заречном студию, школу гуманной педагогики. Название в разработке. Что это будет? То есть туда будут приходить жители города, ну, наверное, женщины по большому счету, и обучаться мастерству маникюра, педикюра, стрижки, косметологии. То есть это можно как бы выбрать как основную профессию для себя и обучиться в моей школе, либо как просто дополнительный заработок для там, студентов, девочек. Вот. Как бы все только пока в моей голове, хотелось бы получить консультацию более профессиональную, в каком направлении мне двигаться и как продолжать развивать свои идеи. Общаясь с клиентами и со своими коллегами, я поняла, что это необходимая вещь в городе, потому что там можно проводить семинары, мастер-классы, привлекать мастеров из города Пенза сюда привозить, потому что все вот мы, мастера, ездим в Пензу для получения там какой-то информации. Вот. И то есть в городе этого нет, я думаю, это будет актуально. Спасибо. Вопросы? Вот, учитывая, что таких вещей в городе Пензе Заречном недостаточно, то есть профиль, то, что... Это Пенза, Заречном. Вот я хочу что сказать, что учиться на вот эти вот навыки достаточно, и можно уехать в Пензу поучиться. Я предлагаю вам сделать клуб бесплатный, как точка входа такая. И там, значит, проводить, то есть, клуб, там, как учиться сделать себя красивым, собирать девочек, собрать вокруг себя, прежде всего, сообщество, потом им продавать какие-то маленькие мастер-классы по 100, 200, 300 рублей, потом их делать до продажи, их на большие какие-то мастер-классы привозить, каких-то мастеров. То есть все это должно функционировать в формате некоммерческого клуба по интересам. И в рамках него уже продавать что-то вот такое. Потому что, ну, ничем не отличаетесь. Такого, чем я мог бы сказать, да, я пойду к вам учиться, кроме названия гуманной педагогики, я вообще не понял. Я думал, сейчас что-то про детей там где-то научили. Ну, мы как бы в этом еще гуманный, еще как бы новый ноу-хау в образовании. Нет, в любом вам нужно делать клуб. Клуб, прежде всего, собрать своих подружек, они по сарафану еще подтянут, потом группе в соцсетях. Я что планировалось как бы для клиентов. Почему хотелось бы это сделать здесь, то есть, опять же, вот я говорю, общаясь со своими клиентами, общаясь со своими мастерами, коллегами, очень много мы затрачиваем времени на поездку в Пензу, и как бы этот бьюти-профиль, я хочу сказать, что он уже разваливается, уже туда никто не хочет идти учиться, потому что там мне уже не интересно, как бы люди пытаются сконцентрироваться все-таки на каком-то месте. Вот мастер, ему нужно повышение квалификации. Ему, чтобы в своем графике рабочем найти время для того, чтобы доехать до Пензы, получить эту информацию, как бы немножко проблематично. Я сама пропускаю очень много мастер-классов из-за того, что это надо доехать, надо найти время. У меня плотная графика работы. Слишком много времени, извините, перебью, вам придется на становление своей экспертности и ее продвижение на Заречном. Не факт. Я так понимаю, это мастер, да? Да, вы мастер уже. У вас есть свои клиенты. Да. Что, вопрос какие у тебя? Вы нет. Девушку слушаете? Она нет, профессиональная. Нет, нет, нет. Она хочет сделать для таких же мастеров, как она, стать еще вышестоящим, так сказать, уровнем. Магистром. Да. Она хочет площадку подготовить. Это площадка для этих людей. Какое-то название какое-то мне не понравилось. Студия, школа, студия, гуманная. Гуманы здесь при чем? Пить не буду. Нет, тут здесь что-то гуманное. Нет, ну название. Я вопрос, а для вас это вот основной источник или как-то дополнительно говорили? Нет, это мой основной источник. Прекрасный гуманизм. То есть вы хотите подобных себе обучать? Ну, потому что я, как бы, опять же, вот тоже проведя там какой-то опрос среди... Так, почему вам тогда, опять же, начать с какого-то клуба зареченских мастеров по визажу, маникюру и так далее? Прежде всего, собраться,
просто познакомиться, что вот вы живете на одной территории, вот мы есть, давайте вместе делать какие-то мероприятия. Просто вот захотеть со стороны и сказать, вот я открылся, теперь приходите ко мне. Но это слишком сложно и долго. Но опять же, получается, что я буду заниматься не обучением, а проведением семинаров. Клуба просто вам нужно сейчас в первую очередь нужны взаимоотношения, коммуникации с ними быстрые, доверительные. Для того, чтобы открыть магазин, надо его построить. Стройка к вам не очень относится. Строить вам придется. Вы же все знаете, неужели мастер в Заречном не знает всех мастеров в Заречном? Они все друг друга знают. Вопрос другого. А конкурентов не владеть, не боишься этим самым обучением? Нет, она хочет идти по голубой пиану. Над ним уже работать. Да, я, наверное, тебя ничего не понимаю. Насколько, когда же приходил новичок, ты сказал так, что у вас, как у учителей, есть курс повышения квалификации, которые быть априори должны раз в год. Точка. И не важно, кто это будет. Стив Джобс проводить, или кто. А у меня это понимание есть. Она просто приглашает одного на курс повышения квалификации. Из мастеров, которые не поедут в Пензу, а здесь готовы проходить. Стоит ли вообще? Затевать всю эту историю ради 10 человек. Женщины в возрасте, которые уже не могут найти работу, потому что сейчас старше, тем сложнее найти. Да? И для них это возможность, например, обучиться новому софту, здесь же там, собрать себе какую-то аудиторию, на двух встреч, на дому. Это опять же женщины, которые в принципе в салон не пройдут, потому что это дорого. Тут женщины в возрасте, которые будут получить. Хотя в том же салоне можно как раз сделать клуб, где они как раз будут какие-то встречи, может быть, там. Даже это представили бесплатно, мы говорили, как основной источник дохода для них постоянно у обученных женщин, это косметические средства, шампуни и так далее, которые они по слову материалу будут брать в офис. Опять же, какие-то специфичные цены. Ну все правильно, но опять же, речь, что продажи нужны. Хороший. Там будут продажи. Нет, я имею в виду, что начинать любой бизнес нужно с выстраивания продаж, с выстраивания коммуникации с своим потенциальным клиентом, а потом уже открывать салоны, физические какие-то объекты, в чем вкладываться. Поэтому вот я почему говорю клуб, такой формат, когда можно с минимальными затратами уже начинать продавать себя, продавать свои услуги хотя бы за слова. Так параллельно, кажется, потому что клуб все равно должен быть какое-то помещение, аренда. Вот они здесь в инкубаторе пришли, сняли, на час посидели, поболтали, и все, и как с твоим маркетинг работает. Чайная подушка распихалась. Потом как снежный ком все будет накручиваться, когда у него будет уже более-менее оборот какой-то существенный, который она может снять помещение, закупать оборудование, закупать эти свои штучки там для производства. Вау. Что вам прокомментировать эту тему? Она вообще какой-то космос, оказывается, бьюти, школы. Ну ладно, люди очень многим болеют. Итого. Хорошо. Итак, у нас есть 8 команд, верно? Сейчас нам надо сделать небольшой перерыв для экспертов, для того, чтобы они разделились по времени и под вас настроились. Сколько каждому из вас уделят времени, оно будет равное. Нам надо сделать это немного более организованно, потому что мы подходили, и команд, ни одна из команд не оставалась обделенной вниманием. Нам на это потребуется примерно 15 минут. Сейчас будет небольшая игра, которая такая бизнес-игра, которая может вам немножко по-новому взглянуть на ваши проекты, может, с другой стороны, Соответственно, вас будут взять в комнате, каждый будет данное время с каждым экспертом, но когда время заканчивается, подходит следующий.
защищается из первого. И, соответственно, по обеду мы захватываем. Может быть, кто-нибудь останется, выйдет с вами кофе, есть салат и так далее. Да, конечно. Собирайте без проблем. А что мне надо сейчас от вас? Мы покажем вам. Все остальные. Мне надо, чтобы вы сели к одному из лидеров команд. Сколько у нас есть лидеров команд из этой восьмерки? Поднимите руки. Если вы не заняты ни в одной из команд, пожалуйста, подойдите к одному из лидеров. Мне надо, чтобы у вас была хотя бы пара. Внизу еще. Чтобы у каждого лидера был хотя бы один человек. Лидеры, если вы остались без пары, поднимайте руки, включите, подходите. Это важно. Спасибо. Пожалуйста, включите презентацию «Шесть шлям». Поднимайте руку, включите обратно. Не сидите. У всех есть кто-нибудь? А можно фуллскрин? Контрол L. Либо итак, важно, чтобы у каждой команды был один листок бумаги, чистый листок бумаги. Не в блокноте, а достаточно большой, хотя бы А4. Прошу, где участвуй. Если кого нет, могу предложить. Как на столе? Сгринованный пойдет или чистый? Чистый. То есть придется переворачивать. Я уже? Да, придется переворачивать. Делайте это. Итак, сейчас мы покажем вам. Все готовы? Ко мне. Я докажу вам еще один метод, который так же, как и бизнес-модели, можно практиковать периодически, возвращаясь к нему. Методов его использования есть множество, их на самом деле десятки. Сегодня мы посмотрим на один из них, для того, чтобы дальше смогли его комбинировать. Важно, чтобы вы о нем узнали, потом почитали. Есть короткие статьи, есть большие книги. Тем не менее, все это очень полезно. Этот метод используется как в стартапах, так и в компании, например, IBM, которая активно его эксплуатирует на разных отделах менеджеров. Не целиком для тысячи сотрудников, а для небольших групп, фактически небольших стартапов. Метод называется метод шести шляп. Это возможность с разной стороны, под разными углами или с разными очками, что ли, посмотреть на то, чем вы занимаетесь, что вы делаете. Вам важно будет разделить ваш листок на 6 равных долей. Сделайте это, пожалуйста, так, как удобно. Это могут быть квадраты, это может быть полукруг, все что угодно. Удобно вам. Лист А4 разделить на 6 равных долей. Да, как пример. Позвольте. Да, как пример. Не обязательно складывать его, разворачивать. Оставьте листок А4 максимально непомятым, пока что. Очень желательно, чтобы у каждого человека в команде была ручка или карандаш. Его можно взять вон за этим столиком. У всех есть? Да. Важно, чтобы каждый человек не только слушал, что ты говорил, но и мог записывать, мог дополнять. Все готовы? Итак, пожалуйста, расскажите своему собеседнику или своей мини-команде о том, что вы делаете, на чем вы сфокусированы. О своем проекте, о своем стартапе. Еще раз, очень кратко, буквально за 30 секунд, чтобы еще раз люди были в курсе. Еще раз я вам расскажу. Наша задача, моя задача, это выстроить какую-то программу. Заказать себе, 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 заказать себе
Вы готовы? Все готовы? Теперь внимание. У нас будет достаточно ограниченного времени, но тем не менее мы успеем. Какая у вас будет сейчас задача? Сейчас у вас будет задача примерять на себя так называемую шляпу мышления. Фактически физические шляпы, колпаки, кепки, как вам будет удобно, которые вы должны будете мысленно, а если у вас есть физическое исполнение, одевать себе на голову. Важно на эти 30 секунд каждой шляпы или на минуту каждой шляпы максимально в это поверить и отвлечься от всего того, что происходит вокруг. От погоды, от города, от экспертов, от небольшой духоты, обеда, который скоро будет, всего остального. Всего на 30 секунд каждая шляпа. Это крайне важно. Когда я буду давать эту каждую из вводных, каждый слайд, я подробно это объясню еще раз. Вам важно максимально много записать в один из блоков. Каждая шляпа, это, как вы догадались, одна шестая вашего листочка, который вы расчертили. Договорились? Итого, на каждую шляпу, которую я буду предлагать вам, вам надо фактически взять ее и мысленно надеть себе на голову. После чего ответить на вопросы, которые я вам задам, заполнив этот листочек. Все вместе. Желательно все вместе. Центральный человек может записывать, остальные могут дополнять, кричать на уши и прочее, прочее. Важно, отвечайте на вопросы. На каждую шляпу у нас будет примерно минута. Части. Да, это замечательно. Пока не одевайте. Итак, начинаем с первой шляпы. Это белая шляпа, а именно все факты, идеи, которые есть у вас про то, что вы рассказали, это белый лист. Значит, напишите короткое описание вашей идеи, может быть, первые ассоциации с ней, что это такое, как работает, помните, о чем мы говорили вчера. Поехали, время пошло. Все, что вы думаете об этом, дополняете, нет, не здесь, а вот здесь. Мешайте друг другу и пишите. На одном листочке. Подходите, кричите, у вас всего 30 секунд осталось. Что это такое? Белый лист. На одном листочке команда. На одном или две? На одном. На одном все команды. Какая-либо информация об этом, название сайта, все что угодно. Все, что говорите, обязательно записывайте. Вместе. Десять секунд. Пишите, пишите. Обычно люди не успевают записать. Слишком много людей не писали. Стоп! Отвлеклись, отложили ручки. Снимите белую шляпу. Желательно прямо физически ее снимите. А теперь представьте, что вы должны одеть следующую шляпу. Шляпу желтого цвета. Это шляпа цвета солнца. Напишите возможные выгоды. Выгода от того, что вы реализуете эту тему. Какие преимущества может быть? Почему это сработает? Почему это вообще работает? Напишите потенциальную выгоду, пользу, которую вы приносите. Минута. Лично вам, миру, вашим родственникам, детям, чужим детям. Все, что угодно. Слово «бабло» тоже можно написать сюда. Трафик, количество пользователей, вдохновение, бессонная ночь. Все, что вы получите. Лучше про позитив. Репутация. Ценности. Лично вам, компании, городу, вашим партнерам. Партнеры, естественно.
Получается, Стоп! Отложили ручки. Не столь важно, все успели записать или не все. Это упражнение. Снимите эту желтую шляпу. Прям возьмите и снимите ее с головы. Именно. Перейдите к следующей шляпе. Шляпе красного света. Это шляпа эмоций, шляпа чувств, страсти. Напишите, какие догадки, интуиция. Напишите ваши ощущения от того, что вы скоро этим займетесь, от того, что вы работаете. Напишите только ваши эмоции, которые возникают от работы с этим проектом, от работы с этим стартапом. Что, может быть, что вас вдохновляет? Ваше предчувствие. Вперед, минута. Улыбка, нахмуренный лоб, все что угодно. Говорите про чувства. Что-то мне подсказывает. Одна из ключевых фраз в этой шляпе. Все будет зашибись, потому что... Иногда женские команды пишут, что найдут мужа. Вот что мы смотрим. Бог, кстати, с осмотром квартиры рекламу брать не хотим. О, как клево. Тестируйте одну ночь. Да? Следующее. Снимите красную шляпу. Прям возьмите и снимите ее. Это очень важно здесь сделать физически. И перейдите к следующей шляпе, которая вам наверняка понравится, и вы оторветесь. Это черная шляпа. Это черная шляпа критика. Напишите, почему вы провалитесь, почему это не сработает, почему эти ребята за спиной вас закритикуют и скажут, что нет, вы ничего не стоите. Почему вы можете провалиться? Включите критику. Почему это может не сработать? У нас есть классный лидер по черной шляпе здесь. Никто это не разберется. Минута. Оторвитесь. Все будут тушить. Первый, второй, хороший интернет для того, чтобы... Значит так, пиши. Раз, пять, семь. Все будут тупить, непонятно. С хорошим интернетом. Потом... Можно матом заполнить. Были люди, которые посмотрят, скажут, что нормально, да, что так попробовать. То есть, проще говоря, вы работаете с рынком. А вы будете платить с конкурентом, да, то есть возьмите как раз выражение. То есть вам нужно будет исключать декларации конкуренции, которые... Кто присоединился в команде, закритикуйте ее, убейте лидера. А вы утопите их. Десять секунд. Стоп. Снимите черные шляпы. Снимите, уберите это. И оденьте следующую шляпу. Шляпу зеленого цвета, цвета травы, весны и прочего. Включите креатив. Ваш креатив, придумайте альтернативы. Или проще говоря, как вы решите, может быть даже фантастически, все те проблемы, то, что вы только что написали? Откройтесь этому. Ответьте критикам. Время. А это точно поможет? Предложите новые идеи. Ответьте на всю критику. Новые предложения для людей. Вот это вот, что
Дима, 3 минуты. Стоп! Время! Снимайте шляпу! Снимайте шляпу. У вас какая все получается? Да, это была зеленая. Смотрите, какой он. И оденьте следующую шляпу. Шляпу синего цвета. Цвета холодного разума, цвета менеджмента. То есть цвета управленца. Что мы должны делать? Подведите итоги того, что вы делали до того, и сформулируйте нечто общее. Возьмите по кусочку из каждого. Мы, белая шляпа, мы делаем сервис для магазинов. Это несет потенциальные выгоды таким-то ребятам, а еще и нам будем зарабатывать бабки и прочее. Нас это вдохновляет, потому что мы таланты, потому что я сам торговец и так далее, и так далее. У нас есть куча проблем, нас могут съесть, но мы решим их таким-то способом. Сформулируйте нечто общее из всех 5 шляп, которые были до того. И обязательно, когда вы сформулируете каждый из блоков, напишите рядом фамилию или должность человека, его компетенцию, которая закроет это или вам не хватает. Что вы должны делать? Опишите вашу команду. Мы решим это такими-то проблемами, нас будут рекламировать. Нам потребуется повысить опыт рекламщика или привлечь нового. Или мы решим проблему трафика, нам поможет одна из тройки операторов. Мы договоримся с ними, нам нужен сотрудник в этой компании. Что-нибудь такое. Мы решим проблему конкурентов, где до создания. Да-да-да, время. На это у вас 1.5 минуты. Вопрос в том, что Вы готовы? Как раз время подошло. Итак, снимите синюю шляпу. Физически снимите синюю шляпу. Снимите свои листочки. Снимайте. Там вот. Итак. Ребята, смотрите, что у вас получилось. У вас получилась целая карта того, как вам относится, как вы смотрите на свой проект или стартап, и которую вы можете постоянно изменять, дополнять и прочее. Так как критики или люди, которые могут вам помочь в вашем креативе, приходят на каждую конференцию, можете очень многим позвонить. Ваше вдохновение могут добавлять ваши клиенты. Фактически у вас появилась некая карта того, что вы делаете от белой шляпы, что вас вдохновляет, какую выгоду вам несет, ваших проблем, решений и в финале описание вашей команды, куда же вы двигаетесь, что же вы делаете. Возможно, это один из примеров вашей презентации. Мы команда, которая приносит такую-то выгоду обществу или крутому бизнесу, это вдохновляет нас, у нас есть проблемы, которые мы решаем, у нас есть классная команда, такие-то ребята. Попробуйте покрутить эти 6 шляп периодически, собираясь своей командой хотя бы раз в неделю или в удобное вам время.
Почему метод шести шляп действенен? Почему он работает? Потому что он позволяет вам, даже находясь внутри своего коллектива, одеваючи шляпу, менять свои роли, смотреть немного под другим углом. Очень сложно критиковать себя. Очень сложно иногда говорить, что нас вдохновляет, да, меня вдохновляет, да если бы не вдохновлял, не работал бы. Шляпа помогает вам принять другую роль и часто ее менять. Всего на 30 секунд можно стать другим человеком. Да, доктор Хаус говорил, что люди не меняются, на 30 секунд они меняются, одевая эту шляпу. Попробуйте дополнять ваши роудмэпы и задавать себе периодически эти вопросы. Когда вы будете говорить сейчас с экспертами, наверняка они вас будут спрашивать в одну из этих частей. Кто вы такой? Одевайте белую шляпу и говорите. Сейчас перед нами белый лист бумаги, мы такая-такая компания. Какие выгоды вы несете? Это вопрос напрямую связанный с бизнесом. Одевайте желтую шляпу, меняйте, отвлекайте все остального и говорите, какие выгоды вы несете. Почему вы? Это красная шляпа, это шляпа вашей страсти. И если у вас нет страсти, то вы этим не занимаетесь. Вас начнут топить, одевайте черную шляпу и соглашайтесь с этим. Да, у нас есть проблемы. Но отвечайте тут же, меняя ее на зеленую, но мы можем их решить, у нас есть такие-то ходы, такая-то команда и прочее. Вас спросят, кто вы, почему, как вы будете двигаться дальше, оденьте синюю шляпу, резюмируйте это. У нас есть проблемы, но у нас есть команда, такие-то роли в команде, которые это решают. Во многом это вам поможет немного сфокусироваться и сделать общение с экспертами и сейчас, и гораздо более полезнее через неделю, через две, когда вы это сделаете за 15 минут у себя в команде, более продуктивным, что ли. Заносить такие вещи, устраивать подобные сессии. Подобным методом пользуются как небольшие компании, стартапы, Дима тому свидетель, так и очень крупные компании, как IBM, даже иногда Microsoft, устраивая небольшие брейнстормы внутри своей компании, но оставляя у себя некий план того, что делать дальше, на что надо сфокусироваться. Это и был метод шести шляп, а теперь перейдем от того, что вы варитесь внутри своей команды, привлекая каких-либо экспертов, каких-либо новых сотрудников или потенциальных клиентов, к общению с ребятами, которые могут вам дать реальные бизнес-компетенции. Это будут реальные черные шляпы. А может быть и зеленые, если вы убедите их помочь вам. Дима? Ребят, у нас... Каждый запомнит свой номер, потому что на следующий эфир будет играть как команда, но потом помещались там именно ваш номер, цифра, да? Значит, еще раз напоминаем, команда «Калибри» номер один, команда «Медиарт», команда это номер два, «Персей» команда три, «Аутхаус» команда четыре, «Путон» команда пять, «Инфан» команда шесть, «Джилл Смарт» команда семь. Написано смарт, а смарт смарт. Вот написано смарт, конечно. Эксперт сказал, что надо написать смарт. Что? Вы хотите быть мартом или смарт? Март, пишите. Надо переноваться. Доллар тут нарисовали вам, все хорошо. Частично. Пусть часть дает сразу бесплатно. Значит, это Джилл Март, команда 7. И салон, клуб. Я назвал их Beauty of a River. Beauty of the Rich, чтобы номер 8. Значит, ребят, у нас сейчас будет 6 экспертов. Соответственно, первый. Все помните, как эксперт по имени выглядит. Зовите их сюда, пожалуйста. Эксперты, а можно вас еще раз представить все имена? Дмитрий, Алексей. Давай сейчас буду лучше говорить сразу. Степан. Тимур и Сергей. Михаил. Так, привет, значит, кто где будет сидеть? Тимур. Он сидит в центре за камерой. А как директор? Михаил. Вот здесь вот небольшой пол, там красные диваны, Михаил сидит там. Светлана сидит вот здесь, в этом углу. Сергей сидит в конце зала, вот там окон. Там где замечательные вот. И высокие стульчики там один на другом. Леша сидит здесь в коридоре у стены. Нет, а здесь 30-й комнат, здесь вот рядом. 30-й комнат. Хорошо. А я буду сидеть.